27 сентября в Уфе состоялся Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. Он прошел при поддержке журнала «Выбирай» в кинотеатре «Родина». Это первый глобальный кинофестиваль, который одновременно проходил в 350 городах мира. Это 21-й фестиваль манхэттенского кино, знаменитый в широких кругах, где можно посмотреть короткометражные фильмы. Сегодня на сегодняшнем фестивале представлено 9 короткометражек, и я думаю, многие с удовольствием посмотрели бы фильмы, но, к сожалению, показ у нас закрытый. Так что любите кино, и вполне возможно, именно вам достанется в следующий раз подобное приглашение. Под ярким слоганом «Одна неделя, один мир, один фестиваль», начиная с 27 сентября, показы прошли одновременно в Америке и России, во Франции и Южной Африке, в Италии и Мексике, в Австрии и Великобритании и других странах. Я ожидаю хорошее настроение. Более того, встретил здесь достаточно много друзей, знакомых, приятные лица, улыбки. Ну и чего уж греха таить, вкусная еда. В России компания «Тур де фильм» объединяет жителей Санкт-Петербурга и Рязани, Ярославля и Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска. Всего в выборе лучшего фильма Манхэттенского фестиваля короткометражного кино участвуют 32 российских города. Вы знаете, я достаточно часто бываю на подобных мероприятиях и должен отметить несколько моментов. Во-вторых, здесь красиво. Журнал «Выбирай» совместно с кинотеатром «Родина» уделили огромное внимание залу. Здесь действительно уютно, здесь красиво. И очень приятно, люди все доброжелательные, веселые и очень неглупые, потому что были заданы вопросы о кино, и я получил практически с первой попытки все правильные ответы. Было очень здорово. Фестиваль состоялся при информационной поддержке телеканала MTV Mix. А вот и закончился показ долгожданных фильмов, которые мы ждали. Было показано 9 короткометражных премьер, они очень понравились, они были все с какой-то стороны смысловой нагрузкой, и везде была какая-то мораль. На этом вечер подошел к концу, и очень было приятно оказаться в такой компании и посмотреть эти фильмы вместе с вами. Смотрите нас на MTV Mix.